Російський диктатор Путін прямо зараз почав звернення до росіян. Про що говорить, ми далі це обговоримо з паном Романом. Пане Романе, добрий вечір. Раді вас бачити. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, дійсно раді вас бачити. Сьогодні маємо насичений новинами день четверга. І перед тим, як почати, ми тут традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами шановної аудиторії, хто просто зараз дивиться цей стрім. Прямо зараз поставте йому лайк наперед, якщо не сподобається, в кінці забирайте. Також прямо зараз пишіть коментарі, звідки ви нас дивитесь, ваші міста, ваші країни. Знаємо, що вас дуже багато, тож от прямо зараз напишіть. І підпишіться на цей YouTube-канал, тому що так, з вашою допомогою, ті меседжі, які ми просуваємо, їх почують якомога більше людей. І, пан Романе, починаємо з, очевидно, єдиної важливої новини на сьогодні, про те, що вранці, сьогодні, 21 листопада, Росія вперше в історії вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою, яка може бути носієм ядерного заряду. Удару було завдано по Дніпру. За попередніми непідтвердженими даними, росіяни могли використати ракету РС-26 «Рубеж». Про це кажуть військові аналітики Defense Express. І вони також додають, що у такий спосіб РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару. І також, тут, пане Романе, і президент відреагував про те, що сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота, міжконтинентальність балістичної ракети вивчають. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон, про це сказав президент. А на цю хвилину, що вже вам відомо, що ви можете сказати? Чим било, що це за ракета, куди било, якщо ми можемо про це говорити публічно. Та ті відео, які сьогодні з'являються цілий день в мережі, який у вас аналіз, які ваші спостереження? Ну, діло в тому, що була комплексна атака. Тобто ні одна ракета заходила, заходили кінжали, заходили хасту перші, працювала ПВО доволі-таки серйозно, ну, по крайній мірі, ісходя із тех видео, которые есть сейчас в общем доступе, почему-то их залили в информационный поток. Это большой вопрос. А такие вещи вообще-то не заливают. Ну, уже, по крайней мере, мы уже понимаем, что нельзя это все показывать, но, тем не менее, это уже прошло через поток. Были ракеты неустановленной, пока еще неустановленного класса. Дело в том, что межконтинентальную ракету запускать по тому же континенту, с которого она запущена, ну, мягко так скажем, все равно, что микроскопом гвозди забивать. То есть мы, как вчера говорили, есть целесообразность военная или там политическая. Так вот, запускать межконтинентальную ракету, которая может проходить больше 5000 километров на дальность чуть больше 1000 километров по тому же континенту, но с точки зрения военной целесообразность полностью отсутствует. А это значит политическая какая-то целесообразность, о которой в принципе можно, ну, домысливать, по крайней мере. Почему? Потому что политически, скорее всего, Путина сейчас очень сильно задавили. Задавили со всех сторон, и мы начали давить с помощью наших партнеров. Нам передали технику довольно-таки неплохую, баллистическую, крылатую, и работают по России, отработали по нескольким серьезным целям, плюс включились механизмы давления уже международного, финансового в том числе. Газпромбанк попал под санкции вместе с несколькими десятками дочек и параллельных банков. То есть там серьезные вещи сейчас происходят как раз на такого уровня. Такого уровня механизмы запущены по давлению на Россию. И Путин сейчас мечется, и потому, скорее всего, принял решение в том числе потрясти, ну, я бы не сказал, что это ядерной дубиной, ну, по крайней мере, ракетной дубиной. Почему? Потому что носители ядерного оружия, они используются уже давно по Украине. Это же «Искандер», это тоже носитель тактического ядерного оружия. По большому счету, таких, да, практически любая ракета, та же Х-101, 55-я, она тоже может нести ядерное оружие. То есть это не это, скорее всего, задача. Задача показать, во-первых, россиянам, в основном, ну, 95% такого рода действия направлено именно на внутреннее потребление для российской аудитории, которая в последнее время, особенно несколько дней после применения атакамсов, спрошедов по россиянам, приуныли они немного, и потому Путин мог как раз чисто для них какие-то мультики запустить, и что прилетело, еще непонятно, еще до сих пор наши специалисты разбираются вообще, что он отправил.
що це було, як це кажуть. А на внешнє потребління, ну, там 5% залишається, скоріше всього, як-то теж погрозити ракетами, тому що обозначено як міжконтинентальне, значить, може піти десь 5, 6, 7 тисяч кілометрів. Это значит, может как минимум достать до Европы, если пойдет на Запад, или до Америки, если пойдет на Восток. Там до Аляски рукой подать. То есть механизм давления, в том числе на мировое сообщество. Пане Романе, от якраз таки до того, що зараз говорить Путін своїм громадянам, він розповідає про те, що Росія вдарила по Дніпру нібито новітньою системою середньої дальності під назвою «Орєшнік». І, за його словами, Росія вдарила по заводу «Південмаш» у місті балістичною ракетою в без'ядерному і прозвуковому оснащенні. Ми дивимося зараз із колегою Владиславом, що такої ракети під назвою «Орєшнік» ніде немає. Можливо, вам щось відомо, про що міг говорити Путін, про яку ракету? Можливо, він сплутав якусь назву з чимось? Та що ви думаєте стосовно ось цієї новітньої системи середньої дальності? Мог, конечно, попутать. Ему там сказали боярышник, а он сказал орешник. Ну, бывает такое, ну, восьмой десяток. Можно простить, по крайней мере, дедушка уже заговаривается. Хотя, если это сарказм, конечно, боярышник у россиян один из таких основных напитков, особенно по утру. То есть есть эта проблема у россиян называть, чем попало, что попало. Ну, а механизм вундервафель никто ж не отменял российский. То есть россияне иногда то, что пытаются показать лучше, то есть лучше свои определенные механизмы, начинают придумывать. Путин один из них. Он же, мы неоднократно видели, как он мультики показывает по летающим ракетам или еще что-то. Потом, я думаю, сейчас это та же самая картина. Пытается успокоить россиян. Очередной мультик, только уже словесный, я бы так сказал, даже не знает, как ракета называется. Но и реально можно говорить о том, что какая атака сегодня была по Днепру, уже только после того, как проведут развал, там, разбор завалов, может быть, достанут эту болванку, которую там навернули россияне, или что это было, не по этому мог быть, не исключая вероятности, вернее, не исключая возможности того, что это мог быть тот же кинжал, только с какой-то другой боевой частью в режиме болванки, не более того. То есть варианты такие есть, пока не будет окончательное решение нашей комиссии, что это было. Можно так предположительно думать, что это орешник-боярышник, ну, примерно так. Ну, а реально, конечно, Путин на данный момент еще раз, 649-й раз опростоволосится. Если у россиян вот такие ракеты, межконтинентальные, баллистические, которые используются практически под себя, еще раз повторюсь, микроскопом гвозди забивать, ну, тогда у них слишком большая проблема с обороноспособностью этой недоимперии. Пан Романе, на тлі того, что говорит Путин, еще процитую его слова – це, мені здається, сверхцинізма. Я не знаю, як описати те, що він говорить. Російською процитую. Росія буде зарані предлагати мирним жителям України покинути опасну зону при примененні ракет. Чи є у вас слова додати до цього, що сказав Путін? Тому що в таких випадках слова, вони відсутні. Ну, вавка в голове. Это проблема у него уже. У него проблема с восприятием действительности. Раз живет в коконе, однозначно, кокон, информационный кокон, скорее всего, кто-то рядом есть, какая-нибудь канцелярская крыса местная, уже местного разлива, и она его держит в коконе информационном, которым просто он уже не понимает, на каком свете находится на данный момент, и то, что это, во-первых, невозможно при выполнении задач боевых, ну просто невозможно. Во-вторых, уже столько погибло украинцев от российских ракет, то есть геноцидные террористические атаки, которые забрали жизни десятков тысяч, может быть, даже так сказать, украинских. Потому сейчас нет смысла на него, на эти заверения реагировать. Это он пытается сейчас
понимая, что впереди его ждет Международный уголовный суд, если уже Нетаньяху с бывшим министром обороны Израиля, Мус выдал ордер как раз там за большую плеяду именно военных преступлений. Та же самая картина ждет и Путина. Сейчас он начинает мямлить, не понимая, опять же, с него юрист, от меня папа Римский, не понимая некоторых механизмов, начинает мямлить о том, что его удары по Украине, они предупреждались, то есть будут предупреждаться мирное население, ну и так далее и тому подобное. Это для того, чтобы снять с себя ответственность как раз на судебных разбирательствах в Международном уголовном суде. Но он до него не доживет, он зря об этом беспокоится. Також, пане Романе, ми закликаємо нашу з вами аудиторію, будьте активними під своїм стримом, пишіть свої думки щодо тих тем, які ми обговорюємо. Ми протягом цього стриму будемо інформувати щодо тих заяв, які ще може сказати Путін на цьому своєму виступі, і про цю ракету «Орешник», і про інші його абсурдні заяви. І також не забувайте і про лайки, і про коментарі, міста, країни, пишіть. І в продовження цієї теми пан Роман із CNN пише про те, що наступний удар міжконтинентальною ракетою Росія може вдарити по Києву. Тут давайте об'єктивно пройдемося, чи треба сприймати ці матеріали західної преси всерйоз, чи дійсно Путін може перейти настільки серйозну межу, та наскільки наша протиповітряна оборона зможе збити, ймовірно, цю або схожу ракету. Ну, дело в том, что вот сейчас поднимается такая градус истерии по возможностям россиян. Они ж не улучшились, не новое ничего не появилось. Как было в течение там третий год масштабного вторжения, 11-й год войны с россиянами. Ничего нового абсолютно. Наоборот, есть некоторые моменты, связанные с пониманием того, что у россиян не все так хорошо, как они даже сами думали. Мы же видим, как сармат взлететь не может. Одна часть тела не пускает от земли, с гравитацией никак не справится. Так это сармат, это сейчас основной замена воеводе Р-36М2. Так они ее даже запустить толком не могут. И здесь та же самая картина. То есть не надо нагнетать обстановку в этом смысле. Ее сейчас нагнетают, перенагнетают. Всех, кому только не лень, я для чего это говорю, что в панику впадать точно не нужно. Почему? Потому что у россиян ничего нового не появилось. Все, что они использовать могут, они уже использовали. Межконтинентальная рубая ракета — это средство доставки, в принципе, такой же боевой части, которыми уже россияне работают по Украине очень давно. Ну вот сколько, допустим, той же рубежа? Ну, предположительно, тонна. Тонна боевая часть. Так такая же боевая часть у Х-22. Половина у Искандера, половина у Х-101, то есть по полтонны. Ну, два Искандера в одну точку. Вот вам какой-то там предположительный рубеж. Тем более на заходе это уже такая же боевая часть. Это на старте ракета тяжелая, десятки тонн, а то и сотни тонн, вот воевода 200 тонн, 200 тонн ракета. Вот мы делали СС-18 «Сатана» и ту же воеводу. 200 тонн ракета забрасывает всего лишь там 9-тонную боевую часть, тем более разделяемую по некоторым позициям, забрасывает на 16 тысяч километров, сгорает все эти 200 тонн в полете. Остается вот эта боевая часть. Вот та же самая картина с этими боярышниками, орешниками, рубежами, тополями. В общем, проблема у них с деревьями, скорее всего, или много, или мало. И марихуана не растет на них. Вот это тоже проблема, скорее всего. Потому эта боевая часть, которая заходит уже на цель, она такая же самая, как и, практически такая же, как и те цели, которые мы сбиваем. Если там стоит Патриот, он с ней справится. Почему? Потому что как бы она ни летела, откуда бы она ни летела, вся эта махина ракеты — это только для того, чтобы вот эту маленькую боевую часть, маленькую часть ракеты, там бывает и десятую, а то и меньшую часть ракеты, доставить в определенную точку. Просто этим занимаются намного проще те механизмы, которые есть рядом. Ну, еще раз повторюсь, это такой военный недостаток у Путина, он мало разбирается в этих военных вещах.
Так вот, заходящая на цель часть, уже боевая часть ракет, она не намного отличается от того, что мы и так уже сбиваем. Если там стоит Патриот, он ее собьет. А тем более при входе в плотные слои атмосферы, с какой бы скоростью она там в космосе ни шла, но заходя в плотные слои атмосферы, она сбрасывает, атмосфера ее удерживает, сбрасывает скорость до 2,5-3 махов. Просто физика процессов не дает ей с большей скоростью заходить, а это рабочие скорости для работы того же Патриота. Лучше был бы, конечно, ТАР. Он бы выше, то есть он бы сбивал эти цели еще там на 200 километрах высоты, то есть это за атмосферный перехват так называемый. Но мы же не израильтяне, нам ТАР никто не даст. Еще лучше это поставить, как поляки сделали вот в своем городе недалеко Рездикова, по-моему, поставили пусковую установку системы «Иджис». Это 84 шахты для работы ракетами СМ-3. Как раз это уже перехват в 1500 километров. То есть это одна из основных систем, «Иджис» морская в основном, одна из основных систем перехвата баллистики уже американская, натовская. То есть это надо у себя ставить. Румыны поставили, поляки поставили, мы можем у себя поставить. И тогда мы на дальностях 1500 километров будем перехватывать российские ракеты, любая, какая бы она ни была. Межконтинентальная, межпланетная, межгалактическая российская ракета. Путин это может зарядить, он не знает, он не отличит планету от галактики, уже исходя из своего профессиональных базовых знаний. То есть в этом смысле она просто нам развиваться. И то, что у нас довольно-таки неплохая плотность противовоздушной обороны. Да, не везде перехватываем баллистику, но надо над этим работать. Надо работать с нашими партнерами на разворачивание Патриотов, СМТ, разворачивание ТАДов, надо запрашивать ТЭДы, эти ТАДы или ТЭД, как правильно его называют, то и подходить все-таки к принятию решения по ИДЖИС. Потому что дело в том, что пусковая установка ИДЖИС, которая отрабатывает и для американцев, и для европейцев, и для нас по баллистике, она еще может и запускать те же томагавки, такая многофункциональная система. То есть вот куда надо идти с запросом. Я думаю, эти вопросы будут решаться. Пане Романе, впевнені в цьому і віримо в це, про те, що ще саме сказав Путін, зокрема, процитує вже українською мовою, що застосування цієї системи «Орєшнік» стало відповіддю на рішення Сполучених Штатів Америки вийти з договору про ракети середньої та меншої дальності, і відповідно розгортання російських ракет середньої і меншої дальності залежатиме від того, чи розгортатиме їх Захід. Тобто, умовно, Путін тут ставить ультиматум. Як на це відреагує Захід, наші партнери, тому що на тлі запуску попередньої, як всі говорили, міжконтинентально-балістичної ракети, реакція була, по суті, ніякою. Всі сумнівалися, чи дійсно це ця ракета, чи не ця. І як такої не було реакції. Проте, чого очікувати зараз від Заходу на тлі ось таких заяв диктатора Путіна? Уже «Газпром» сейчас отминусует от «Свифта». А я так думаю, все российские банки потеряют это, одну из систем операционку, управление финансами, а после этого у него будут большие проблемы. Это удар финансовый, то есть то, что уже началось делать. Если сейчас не остановятся Соединенные Штаты, Европа должна подключиться. «Свифт» — это все-таки европейская система. И если пойдут по этому пути, то Путину просто не за что будет ракеты посылать. Просто не за что. Это раз. Второе. Ну, как бы кто ни говорил о том, что там у НАТО какие-то проблемы, да Путин НАТО проблем не создал. Ни одна ракета, кроме, может, Х-55, это забрела в 22-м году, помните, в Польшу, там, в сторону Германии, на Берлин шла, скорее всего, кто-то написал, там, на Берлин отправил Х-55, она почти всю Польшу прошла в сторону Германии и не долетела, там не хватило керосина авиационного, тоже, скорее всего, прапорщики пропили, это старый советский подход, Х-55 как раз на нем и идет, это ТС-1. То есть помимо этой ракеты больше Россия по странам НАТО ничего не запускала и не запустит. Потому сказать о том, что там сильно натовцы, да они даже не почесались. Потому что Путин, в конце концов, просто на данный момент, это ж видно невооруженным глазом, он блефует. Блефует, топочет ногами, что-то пытается. Даже ракеты не по натовской стране.
по Украине отправляет. Он просто боится НАТО, причем боится до умопомрачения. Там бедные уже охранники эти чемоданчики менять устали, потому что надо сразу очень много и в один момент. То есть, естественно, для НАТО Путин сейчас никакой угрозы абсолютно не представляет. Но понимая, что с ним однозначно придется бороться, воевать, и лучше это сейчас, и это уже понимание процесса есть, я думаю, сейчас по Путину отработают серьезные экономические механизмы. Санкции, может быть, разрыв договоров, непродление договоров, аресты по миру, МУС сейчас включится по полной. Еще раз повторюсь, если Нетаньяху уже выставили счет, вернее, не счет, а его уже определили как одного из преступников, так Путин уж точно там, и он там жить вместе с ним. То есть, по большому счету, давление сейчас будет довольно-таки серьезное. Ну а то, что нам будут передавать все больше и большее количество боеприпасов, здесь тоже есть такая уверенность. Почему? Потому что ну, еще больше 7 миллиардов, практически до 9 миллиардов долларов по двум программам, по PDA, по USAID, могут нам американцы передать, и они это подтвердили. И в этих деньгах, в этих миллиардах долларов могут быть зашиты в том числе дальние средства поражения. Помимо тех атакамсов и Storm Shadow скалпов, которые мы уже работаем, там уже могут появиться те же джазмы для F-16, это то, что нам надо. Могут появиться, да я не исключаю возможности появления в том числе и томагавков. То есть это один из вариантов ответа Путину на его тупотение ножками на своих, допустим, выступлениях. Вот это ближайшие несколько дней будет понятно. И вот эта уверенность уже практически есть, потому что Путин пошел ва-банк, причем не рассчитав своих сил однозначно. Это было еще понятно в 2014 и в 2022 году. Его китайцы с Индией пытались как-то удержать на плаву, но ну, не надо было держать, оно и так бы не утонуло, оно ж не тонет. Пытались подставить ему плечо как-то экономическое в том числе. Сейчас сами попадут под эти удары. Потому что введение санкций на основные банки российские ударит, в конце концов, вторичные санкции лягут на всех, кто контачит с Путиным. Да китайцы сейчас первые начнут перекрывать любые механизмы, как до них могли бы, по которым до них могут добраться финансовые органы контроля Америки, то есть из-за вот этих санкций по России. Я думаю, у россиян впереди ну, очень такой веселый Новый год будет. Понятно, с голоду не подохнут, там хватит бочки с капустой, щи будут хлебать лаптем, выживут, но Новый год у них будет такой невеселый. І от, пане Романе, в продовження того, що зараз несе диктатор Путін, інформуємо і вас, і наших глядачів про те, що диктатор Путін сказав наступне, що примінення оружия Украины не может повлиять на ход СВО, так называемое. Тут речь идет, насколько мы разумеем, про самые атакамсы та ракеты, які останнім часом долітають успішно по території тимчасової Росії. Але тут, пане Романе, на вашу думку, все ж таки, враховуючи те, що Путін відреагував доволі емоційно, доволі раптово, бо навіть російська пропаганда, здається, не анонсувала жодних виступів президента, диктатора Путіна, диктатора Путіна. Тут, пане Романе, чому його настільки це задіяло? Бо за три роки великої повномасштабної війни, здається, прилітало і по Москві, і по Кремлю, і по іншим там секретним об'єктам, і по Криму часто теж прилітає. Але тут питання перше до вас, що саме його задіяло? Друге питання, чи дійсно, як каже диктатор Путін, це жодним чином не повпливає на так зване СВО? Ну, я думаю, точно не повлияє на СВО по одній причині, тому що ніхто не знає, що це таке. Тобто не повлияє тільки по цій. Сам Путін не знає, що таке СВО. От на війну повлияє, це точно. На ведение военных действий, на войну, которую уже Путин ведет с Украиной, а мы, естественно, в ней участвуем, у нас такая же война с Россией уже 11-й год.
Дело в том, что новые средства поражения, особенно дальние, особенно которые могут высокоточные, которые могут работать по логистике российской армии, а сейчас третье тысячелетие. Война идет не армии, война идет логистике. Армии воюют первые несколько месяцев, золотой месяц так называют. Это минимум так месяца 3-4. Так вот, в первые несколько месяцев воюют армии, те, которые развернуты, которые, у которых есть достаточное количество армейского боевого запаса, а дальше начинают воевать логистики. Если у вас есть возможность на эти логистики влиять, то армия как минимум в половину, а то и на две трети сразу же теряет свою боевую готовность. И вот это Путина сейчас бесит. Он прекрасно это понимает, потому что именно он не понимает, но ему это генералы донесли. Ну, то есть рассказали, на пальцах показали, что такое атакамсы и контроль 300-километровой зоны. Это не 80 километров хаймерсами, ракетами М-30, М-31. И за 100 километров, по большому счету, можно наладить логистику и снабжать части в режиме нападения, ну то есть при наступательных операциях. А если есть контроль 300-километровой зоны, то наступательные операции уже снабжать просто невозможно. В ближайшие, ну, армейских запасов хватает на 1,5-2 недели при наступательных операциях. Так вот, если у нас будет достаточное количество ракет, и мы будем постоянно работать, как вот отработали эти два дня, то у россиян будет большая проблема. Через 1,5-2 недели эти проблемы уже начнутся со снабжением, и у них не будет чем наступать. Это обороняться можно, в принципе, с дальностями, ну, уже неважно какими, то есть не имея основных складов, вот как мы это делаем. В режиме обороны можно логистику держать и 3-5 тысяч километров было бы достаточное количество средств подвоза. Наступать нельзя. Не хватает, это наступление как минимум в 3, а так реально в 10 раз должно больше, подвоз должен быть военной амуниции. А российской армии так еще больше, потому что у нее расходные коэффициенты намного больше натовских средств поражения. Потому для россиян это очень большая проблема, работа по логистике, а тем более по логистике на российской территории. Я думаю, мы будем продолжать это делать, потому что нашли болевую точку у Путина. И вот его истерика сейчас как раз и говорит, что именно та болевая точка, на которую надо было нажать еще 2 года назад. Если бы на нее нажали 2 года назад, не было бы таких у нас потерь. И территории, и, конечно, личного состава. Пан Романе, до того, що заявлялося перед виступом Володимира Путіна, диктатора, представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова прямо під час брифінгу заборонили коментувати ось цей удар, як каже президент України Володимир Зеленський, міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Путін каже ж зовсім інше. Давайте ми подивимося цей фрагмент, а потім його з вами обговоримо. Так, з нами портал Ньюс.ру. Да. Алло. Маша. Да, у меня брифинг. Я боюсь, что Маша удар баллистическими ракетами, о чем Запад не стали говорить, не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. Так, портал Ньюс.ру. Так, ми почули, що її зателефонували з високих кабінетів, зміст розмови вловили мікрофони, все було чути. На вашу думку, чи це навмисно тоді було зроблено? Чи все ж таки необачність самої Марії Захарової? Ні, я думаю, це постанова. Причому от зараз є великий вопрос, вообще, що Путін запустив? Такое впечатление, что особенно после его выступлений о боярышнике, вернее, орешнике, Захарова, вот такого рода постанова, ну это постанова имеется в виду, действие постановочное, именно так это делается. Если, допустим, дело не в звонке, если бы хотели передать информацию, то она шла бы текстовая, по крайней мере, даже на тот же телефон. Могла бы подождать его, положить рядом и ждать текстовое. Это значит постанова. Значит, у россиян все сильно плохо. То есть они пытались, скорее всего, попугать украинцев, попугать натовцев, наших партнеров с Рамштайна.
и с нашей коалицией. И попугать не удалось, отработали определенные, скорее всего, видно, отработали определенные протоколы действий, которые на вот такие путинские провокации. Они отработали, и тут же «Газпром» полетел под санкции и так далее и тому подобное. Это только начало, начался, так сказать, сорвалась лавина. Ну, по крайней мере, это сейчас видно. Вот это срыв лавины, и Путин не знает теперь, что делать. Оно вроде как и не использовало ракету, ту, которую хотело использовать, а лавину получило. И вот у него сейчас будет большая дилемма, как эту лавину встретить. Ну, он понятно, как встретит. Бункер закроется и пропустит ее над собой. А вот кого она сейчас метет, эта лавина, ну, первый, кто будет, это, наверное, Набиуллина вместе со всей российской финансовой системой. І також, пане Романе, до інших не менш важливих тем і заяв, бо Залужний сказав наступне, що Третя світова війна вже розпочалася, можна так вважати, це сказав Залужний сьогодні. Пане Романе, чи погоджуєтеся ви з думкою пана Залужного про те, що дійсно Третя світова війна вже розпочалася? І розтлумачте, про що, на вашу думку, тут говорить Залужний і про які геополітичні процеси йдеться? Ну, дело в том, что после Второй мировой войны государства пришли к правильному, грамотному соглашению не изменять линии границ военным путем. Ну вот, понимая, что десятки миллионов жизней было потеряно во Второй мировой войне, десятки миллионов жизней, и именно вот эти потери привели к пониманию того, что изменение границ военным путем приведет к еще большим потерям. К сотням миллионов жизней может привести. Естественно, государства приняли серьезные документы, то есть договорившись, и Путин начал изменять границы государства не в 24-м году и не в 14-м, в 2008-м. Тогда было вторжение, реальное вторжение в Грузию, и в 2008 году в те страны, которые понимали и принимали участие после Второй мировой войны в этих соглашениях, стыдливо опустили глазки, отвернулись. Кто-то, может, испугался, а кто-то решил на этом заработать, сильно много подзаработать. И потому, я так думаю, все-таки очередная, потому что там со счетом кто-то третью считает, кто-то четвертой, очередная война началась мировая в 2008-м. Вторжением в Грузию россиян. А сейчас продолжается. А просто она сейчас вступила в новую фазу. Когда Путин, даже если он и не отправил там межконтинентальную баллистическую ракету, то есть она могла там не взлететь или что-то прилетело под управлением того же какого-нибудь или боевая часть, допустим, Искандера или Кинжала была какой-то другой. Неважно, он уже заявил, что он использует межконтинентальную баллистическую ракету, и я заявил, как ее использовать. Так что здесь уже неважно, что прилетело, Путин сам подтвердил, что он готов работать именно межконтинентальными ракетами. Вот это новая фаза, в которую эта война вступила. Она действительно для россиян это уже тяжелая фаза, потому что и войну начала Россия, Российская империя, следующую мировую, и первая применила или даже пыталась или подтвердила применение межконтинентальной баллистической ракеты. Вот эта фаза, скорее всего, о ней как раз генерал Залужный говорил, у него есть доступ, а тем более Британия, значит, есть и доступ, и участие, тем не менее, в некоторой разведывательном потоке, развединформации, он намного больше знает, а значит, идет уже определение, это же не только Залужным, значит, он это уже как определение согласовал или, по крайней мере, проговорил с британцами, американцами, натовцами. И это видение общее наших партнеров, по крайней мере, военного крыла наших партнеров. Пане Романе, і на сам кінець попрошу вашої думки. CNN, посилаючись на американських чиновників, пише, що у Росії є лише невелика частина цих експериментальних ракет, одна з яких була запущена по Дніпру. І тим часом ми бачили повідомлення від Defense Express про те, що Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету у наземній і морській варіантах, і вони накопичували такий арсенал 20 років, однак у цих підрахунках відсутні дані про ракету «Рубеж», якої сьогодні окупанти, ймовірно, атакували Дніпро. Про це кажуть
кажемо ми, а Путін знову ж таки каже про орешник. Про що свідчить така цифра? Наскільки це взагалі реально, що за 20 років росіяни змогли накопичити таку кількість міжконтинентальних балістичних ракет в кількості майже 600? Ну, дело в том, что это все ракеты, которые, включая наши воеводы, которые до сих пор, ну, украинские воеводы, которые советские или как угодно их тогда можно назвать, они тогда еще выпускались и потом производились еще уже во время нашей независимости. И воеводы, там еще некоторые ракеты, они сейчас стоят в том числе на боевом дежурстве у россиян. Это те ракеты, которые уже приняты в серию, то есть серийное производство, и поставлены на боевое дежурство. Это вот эти 500 там чем-то ракет. Естественно, всяких боярышников, орешников, рубежей мы там не увидим, и их не увидит никто, потому что их нет в общем списке поставленных на боевое дежурство. Не исключая возможности, что Путин сейчас, ну, то, что, во-первых, хочет просто попугать, ничего не запуская, или там мультики какие-то показывая, или забрасывая болванки другими носителями, либо используют механизм доведения какой-то из ракет, это тоже может быть, доведение до серийного производства. Так называемые полевые испытания только по реальной цели. Полевые испытания по реальной цели — это тоже возможно. Естественно, его их в сводках не будет. А вот если они станут в серию, то есть станут серийное производство, станут на боевое дежурство, попадут в общие боевые расчеты, а не экспериментальные, так называемые, тогда, естественно, они будут видны, там и в Белой книге они будут видны, ну, то есть они уже попадут во все реестры. Но вот последнее время как раз у россиян большие проблемы. Даже с «Сарматом», это уже серьезная межконтинентальная баллистическая, мы уже говорили, типа «Воеводы» с дальностью там под 15-16 тысяч километров. Так вот, она даже попасть не может, потому что доводка идет ракеты, она стартануть не может. Потому у Путина, скорее всего, сейчас, вот на данный момент, попытка подсветить, во-первых, для внутреннего потребления, приспокоить россиян, показать еще его работу над ракетной программой и попугать НАТО. Ну, НАТО уже попугалось, мы уже об этом сказали. То есть очередной выдох не в ту сторону мог привести как раз Путина к большой проблеме и, скорее всего, и к ней привел. Пане Романе, ми, як завжди, дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякую. Дякую за вашу аналітику, за ваші оперативні роз'яснення. Роман Цвітан, льотчик-інструктор, полковник спасу Української армії, традиційно щодня відповідав на головніші питання цього дня і цього тижня. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз ставте цьому відео лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивилися, ваше місто, ваша країна. Обов'язково залишайте свої розгорнуті думки щодо тих тем, які ми обговорювали, щодо цієї атаки, ракети, щодо заяв Путіна. Все залишайте в коментарях, також підпишіться на цей ютуб-канал та побачимось в ефірі на 24-му.